Свой 70-й день рождения парк имени Зернова отпраздновал с размахом. Мыльные пузыри, песочная анимация, караоке и многое другое. Саровчане смогли насладиться выступлениями различных творческих коллективов, а также поучаствовать в конкурсах и получить за это сладкие призы. Мне все понравилось, я танцевала и пела, и чупа-чупцы получала, и жетоны. Мне сегодня понравилось все, абсолютно все. Здесь и оркестр, и люди одетые. Вот, к примеру, там пекарь вон был, грибы ходят. Здесь достаточно весело. Сегодня в парке строится новая детская площадка. В планах реконструкция набережной и появление лодочной станции. Но и это еще не все сюрпризы, которые ждут саровчан. В день 70-летия в парке имени Зернова появился новый аттракцион. И сегодня, в день 70-летия, мы с огромным удовольствием передаем в дар городу и парку, собственно, горожанам, вот этот чудесный аттракцион. Это пони и тележка. Очень бы хотелось, чтобы все это добавило детских улыбок, радости и вот ощущение бесконечного позитива в нашем замечательном парке. В честь юбилея в парке прошел фестиваль «Зато всем весело». Команды из 8 городов системы «Зато» привезли в наш город 13 тематических программ. Одна из таких – «Воробьиная дискотека» – была представлена аниматорами Ириной Сусловой и Татьяной Войновой из города Заречного. Участники фестиваля приехали в Саров обменяться опытом, получить новые впечатления и, конечно, поздравить парк имени Зернова с юбилеем. Мы пожелаем, чтобы ваш парк расцветал, процветал, чтобы как можно больше людей сюда приходило, чтобы получали такие же эмоции, которые мы сегодня получили. И, конечно же, чтобы к вам почаще приезжали гости, ну и вы к нам тоже приезжайте. А самое главное, приятно учиться у таких тоже профессионалов, как вот ваших специалистов города Саров. С днем рождения, парк! Ура! Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.